вот ребятам кое-что расскажу, подожди. Охуеть, какое дело. Сперва села, потом пукнула. Вообще охуела. Я сразу перестал рассматривать ее тело. Почему-то мне стало противно, и я пересел. Вот сука испортила мне настроение. Да и всему автобусу испортила, а не только мне. Я бы нахуй послал ее, но мне мешают манеры. Харкнуть ей ебало, ибо я джентльмен. Я продолжил слушать биты в своих наушниках, смотреть в окно и любоваться миром снаружи. Тут водила пидор намочил прохожих, проехав по луже, набил бы ему рожу, но мне это не нужно. Нет. Я слушаю музыку, через две остановки выхожу. Что будет потом, во втором куплете расскажу. Намекну на то, что я был у барыги, и я забыл про тот пердеж в итоге. Е-е-е. У меня на каждом альбе должен быть хотя бы один такой ебанутый трек. Это вам не группа Крэк и не сопли рэп. Паренек, если не понял, то ты долбишься в пердак нелепо. Ха, блять, это вообще не тот текст. Я на самом деле хотел зачитать что-то иное, но естественно здесь я прозрел. С годами сам захотел здесь вот так созреть. Покурил дудку, но не какую-то хуету. Какой-то петух мне сказал, что тут. Я не совсем понял, что тут. Я не совсем трезвый, чтобы такое придумать. Это я всего лишь за одну. Рэпую за еду и за культуру. Люблю лизать пизду и слушать Сепультуру. У тебя на лбу написано, что ты петух, а у меня на кармане дохуя дури. Надо переждать бурю в крепости со Скуби-Ду. Я без скандала не буду, дура. Проапгрейдил свой комп, чтобы поиграть в новый Doom. Погоди, я думаю, а в натуре я сперва хотел почистить свою банулю, но потом вспомнил, что баба пукнула возле меня, и меня схватил депресняк, словно язва. У меня на каждом альбе должен быть хотя бы один такой ебанутый трек. Это вам не группа Крэк и не сопли рэп. Паренек, если не понял, то ты долбишься в пердак нелепо. Блять, это вообще не тот текст. Я на самом деле хотел зачитать что-то иное, но естественно здесь я прозрел. С годами сам захотел здесь вот так созреть.